За добу знову вдалося так серйозно знешкодити, ліквідувати авіацію противника. За 27 лютого сушку збили, а потім знову сушку. Тобто два Су-34. Про це повідомив Олещук і відповідно опублікував себе в телеграмі, як Су-34 росіян падає. Пане Романе, у мене запитання. Ну от прекрасно ж бачать окупанти, що ми нищимо їм їхню авіацію. Чому далі вони відправляють на цю відстань небезпечну для себе свою авіацію? Ну, так они не только авиацию, они отправляют и живую силу, и технику, понимая, что она будет уничтожена. Есть определенный коэффициент потерь, допустимых потерь. И этот коэффициент по живой силе у россиян вообще 100. То есть каждый российский террорист используется в режиме патрона. То есть выстрелил, забыл, называется. Пуля ушла, гильзу выбросили, и следующий патрон давай. То есть в таком режиме. Техника используется в таком режиме. В таком же режиме используется, допустим, та же артиллерия. А вот авиация, она тоже может использоваться в режиме, ну, только не 100, а хотя бы, ну, 30 или 50. То есть, если у россиян есть, допустим, до сотни Су-34, они могут для выполнения боевых задач пожертвовать, допустим, полусотней. Почему нет? То есть, а тем более задача стоит политическая, причем такая глобальная задача до 17 марта выполнить какие-то боевые действия, допустим, по направлениям. Мы их видим, эти направления. Потому они без проблем будут жертвовать летчиками, техникой. Это ж все восстанавливаемо, пусть долго, но тем не менее. То есть это не полностью там безвозвратные потери, которые невозможно произвести. Они производят до определенное количество самолетов. Летный состав готовится, пусть желторотики, пусть там стариков поднимают, заваленок достают дедов. Но тем не менее, летный состав есть, потому в этом смысле логика есть. При выполнении боевых задач жертвовать определенным количеством техники и личного состава. Вопрос, как мы можем, нам надо это использовать. У нас задача-то какая? У нас задача максимально уничтожить технику и личный состав противника. До летчиков попробуйте, вы доберитесь. А здесь они сами лезут на рожон. И потому очень грамотно и правильно действуют наши воздушные силы под руководством генерала Олещука. Ну, молодец, уже в принципе за 10 дней отминусовал 10 бортов. Это довольно-таки серьезно. 7 Су-34-х – это новейшие российские бомбардировщики. 7 Су-34-х – это практически годовое производство Су-34-х. Они примерно столько в год производят, а мы их за 10 дней отминусовали. Вот Олещук, еще раз повторюсь, уже герой Украины, можно даже так считать. 2 Су-35-х и А-50. То есть 10 из 10 в десяточку, так сказать, попал. И надо продолжать это, то есть, по крайней мере, ближайший месяц россияне еще будут переть на рожон буром, так сказать, и надо максимально использовать. Но, опять же, мы-то будем использовать, было бы что использовать. То есть, тормозят наши партнеры, тормозят американцы, такие великие заокеанские тормоза, которые не дают возможности отминусовать российскую армию. Это же их противник, в конце концов. Сейчас есть возможность, они в политическом капкане. Российская армия сейчас в политическом капкане. Они будут однозначно еще в ближайший месяц переть максимально, то есть только сколько у них есть, они будут все бросать. Сейчас только бери и коси называется, только косы нет. Не дают американские эти забугорные товарищи выполнить эту задачу. Для них же, кстати, выполнить, я еще раз повторюсь, это в конце концов противостояние между НАТО и Советским Союзом, а сейчас Россия, оно ж никуда не делось, и пока не развалится Российская империя на составляющие ее части, оно будет продолжаться, и сейчас выгодно натовцам, выгодно, чтобы мы выкосили большую часть российского, во-первых, авиации и летчиков. Летчики же восстанавливаются, они восстанавливаются, вопросов нет, только долго. Летный состав готовится до уровня там, летчика первого класса 7-8 лет со старта, с нуля. А это такие серьезные время. Почему вот все и просчитывают иногда некоторые моменты, связанные с готовностью Путина дальше двигаться на Европу, это где-то через 5-7 лет, 5-8 лет. Но это как раз включает в том числе и подготовку летного состава.
Ну, от ви згадали про Сполучені Штати Америки, пане Романе. Джо Байден зустрівся із представниками, лідерами як і Конгресу, так і вірніше, так і Сенату, так і Нижньої Палати представників. От є з ним і Джонсон, там є лідер республіканців, і, ну, не лідер, а спікер Нижньої Палати. Суть в тому, що говорили про допомогу Україні, і після цього Джонсон вийшов, сказав, що все рівно допомога і питання внутрішньої Америки номер один. А наскільки ви вважаєте, будуть затягувати республіканці це питання? Попри те, що кажуть, що військові корпорації, які мають великі кошти і вплив в США, лобіюють все-таки виділення коштів в Україні, чи можна очікувати найближчим часом, що це питання буде зрушене? Самое интересное, что как раз большие корпорации военные американские, они республиканские. Ну, то есть они поддерживают республиканцев. И, в принципе, здесь сейчас алогично иногда поступают некоторое крыло в республиканской партии, практически торпедируя интересы производителей как раз вот этих частных фирм, которые республиканцами есть. Сами себя, мягко так скажем, имеют. То есть, по большому счету, решение будет принято. Вопрос, когда. Дело в том, что уже затянуто. Даже если не завтра это решение примут, мы получим боеприпасы и финансы где-то уже в следующий месяц. Под конец следующего месяца. То есть, уже, можно сказать, Байден вместе с Трампом создали и эти околобайденовские, околотрамповские круги создали Путину лайтовый режим выборов, так как достаточного количества вооружений мы уже не получим. Даже если, еще раз повторюсь, сегодня или завтра будет принято решение о выделении 60 миллиардов. Есть определенный лаг по времени, до месяца, пока начинают выполняться некоторые условия, там своя бюрократия в том числе. Потому этот вопрос уже практически для Путина решен. А уже для нас, когда они, американцы, решат? Тогда, когда наконец-то поймут, что угроза безопасности Америки, она сейчас как раз вот здесь, у нас на фронте. Вот эта угроза, вот там полмиллиона угроз. Каждый российский с оружием на нашей территории, это угроза Америки в том числе. Если его здесь не убить, он потом может появиться на Аляске. А почему нет? Там до той Аляски плыви не хочу. На каное доплывут, найдут где-нибудь. То есть, по большому счету, у американцев сейчас как раз именно у военной, той верхушки, которая разбирается в боевых действиях, у них сейчас должно подгорать. Есть реальная возможность уничтожить эту угрозу на нашей территории. Раз так сложилось. Даже не сложилось, а так сложили. Те же американцы это и сложили в 2014 году, отдав Крым россиянам, практически не сделав ни одного предупреждения или там каких-то механизмов, не включил противодействия. То есть создали угрозу, но это угроза и для Америки в том числе. Потому пусть чешутся. Не начешутся, сами решим, вопросов нет. Но если потом россияне двинутся в сторону Аляски, то тогда будут сами разбираться. И мы тогда тоже будем между собой говорить о нашей безопасности и гори синим огнем та Аляска, там она в конце концов. Надо тоже истинно русская территория. Аж американцы не знают, что Аляска это истинно русская территория. И если эту парадигму сейчас не разрушить, то Аляску они точно потеряют, а там кто его знает, к чему россияне придут, может индейцы, это тоже выходцы, а скорее всего так оно и есть, выходцы как раз из Азии. Это та ветка. И тут вопрос такой. Россияне могут вступиться за индейцев, которых права попрали американцы еще там несколько сотен лет назад. И чем оно там закончится, большой вопрос. На статуе свободы будет не факел, а красная звезда.